Когда мы будем драться? Ты хочешь драться? Кадиев и Магомед Исмаилов решили сразу же перейти к реваншу. Но так не делается. Нужно официально объявить дату боя и помериться силами, как Вова один, лиц. У магии куча помощников. Ты после него? Да, я после него. Какой угол? Какой угол? Кавер. Какой угол? Синий. Я не мог. Вон. Ты что, не можешь найти? Нет, да я дерусь завтра. А, ёпт. Я же согласный будет еще. Я же готовлю дерусь. Да я знаю. Но. Не, я потому что сначала был красный, я там спонсор нанес, то все. Сейчас, короче, синий говорят. Чей девятый бой? А кто там? Аслантов, Султонов. Забей, если надо, мы выйдем. Базара нет. Там ничего такого. Ты то, что все накопил? Все, все, просто, да. Самое главное, глупые удары не пропустить. Хорошо. Аккуратно. Ну и сам, знаешь, не перестаивай. Да, ты все, ты его контролируешь, но ты сам работай. Не, то есть не жди. Ждать там смысла нет. То есть он возрастной. Он уже как бы, он там так, как ты не готовился. Все, ты должен выйти из своей сильной стороны. Левый джеб жесткий, не такой, а прям бам, сбил, вколотил, бам, снизу, бам. Снизу там, вставай, долго там не засиживайся. Встал и опять с дистанции. Майя, ты же делал, я же тебе показывал. Вот его, вот это, Майя навстречу. Майя там вдогонку не бьют, когда он от тебя уходит. Туда его не бей. Да, ждешь, ждешь, фух, свою ногу выкинем. Ей только просто чуть-чуть задеть надо человека, и все. Хорошо. Вот это он попробуй. Приехал. Да, он приехал. Смотри, задача у тебя просто. Вот на первом, в первом раунде ударить Майя в конце. Не сразу. Хорошо. Кормишь, 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 лоу. Кормишь, кормишь, лоу. Или показываешь, что лоу. И только в конце один удар ты бьешь в голову. То есть, если ты бьешь сразу, если начнешь ему сразу бить ногой в голову, ты а, устанешь, потому что ногу в голову поднимать, это и б, ты себя рассекретишь. Понял? Вот. Просто одно задание. А так я в тебе не сомневаюсь, ты с ним разберешься. Самаркин, ты его встретил? Ты его посадил? Нет. А куда? Я только провел. До куда? До куда? Ну, да. Оденься, пойдем, я тебя Гаджиеву подведу. Оденься, пойдем, работать надо дальше. Наш чемпион. Да? О, здорово. Чего вы убежали? С этого, с мероприятия. Да не убежали. Ну, убежали, убежали. Это так называется. Мероприятие для вас проводится, а вы ушли. Чё, как? Это же некрасиво. Пойдем. Может согнать, не может, такой не бывает. Поздравляю. Мы к себе подошли. Болевой бой. Нормально? Я просто боялся, что ты подустанешь быстро из-за того, что вес тяжелый и, ну, я не бываю тяжелее, бля, когда набирают после боя. Да. Я тоже за это знал, но не знаю, я вообще утром проснулся, мне показалось, что я отсохший. Да, тебе казалось? Потому что ты много выпил воды стопудово. Может быть, да, может быть. Из-за этого быстро устал. Нет, я сегодня много воды пил. Вчера я не хотел так много, а сегодня у меня... Это самая большая ошибка. Нельзя воды пить много. Это... А у тебя не было такого, что ты как бы бьешь, попадаешь, но ты чувствуешь, что удар недостаточно сильный? Не сокрушает? Не, я не чувствовал. Я чувствовал, знаешь... Ты попал два раза даже? Я чувствовал, я как будто иногда не достаю. Я вроде тянусь,
А не достаю, короче. Это в технике, это техника. Красавчик, красавчик. Хорошо лупишься. Взаимно, вот. Он меня вызов бросит, и уже надо будет что-то делать. Уже же что, уже с сентября не дрался. Дамы и господа, ты видишь, нас снимает с крутокамера. Да, нормально. А ты видел, как мы с Лёхой так не слышим? Нет. Ты что, не видел? Брат, посмотри, мы в ТикТок дом ездили. Я видел твоих. Ты где это катаешь? Вот это? Да. Я тебя вышлю, брат. Отпиши. Я тебя вышлю. Это сызранские пацаны, Волга, мама. Хорошо. Вообще нормально шьют. Она и качество, и хлопок. А я... У тебя М, наверное, или Л? М-ка. М. Я смотрю сзади, думаю, не Вова случайно? Я М. Я смотрю, брат, твой пацан. Да, они все М. Я их уже одеваю. Именно, братан. Я их М, братан. Мага, Махачкала. Это да. М это все, да. Понимаешь? Потихоньку команда собирается, ребят, тренера собираются. Я хочу сейчас, материал мне нужен. Ты знаешь, блядь, молодежь, нашими, спортсмены. Да, нашими северославянами, с нашими тяжело. У нас дагестанцев, ребят, чем легче. Там родители, все, что да, хочешь, то делать. Да. А здесь славян наши, да, возьмешь. Вы... Там родители с ними не поговорить, и не понимают нас. Нет. Они еще приходят и говорят. Можно, чтобы он не уставал, ничего не делал, умел драться и уроки учил? Они не понимают, они думают, в этом ничего нету их, в дальнейшей перспективе они здесь не видят. Да, они не видят в боях перспективу, да. Они думают, это мордобой, это так называют. Ну, так и бои есть. Без правил называют? Так и есть. Я говорю, с правилами бои. Или вот это, знаешь, ну для себя позанимается до 11 класса, а потом нам что делать? Мы в него вкладывали, все делали для него, а потом что нам делать? Взять с собой. Бить в движение. Ничем не заменить вот это именно общение, вот это знакомство. Вот наши, да? Да, да, да. Мы сколько прошли, еще пройдем. 11 года везде. Это на память. Это нет, всегда ты вспоминаешь. Это не только моменты, память, когда братан. В Македонии ходили. Со сломанной ногой. А помни, нет, это не только память, понимаешь? Мы сейчас взаимодействуем, коммуницируем, помогаем друг другу. Куда? Наша золотая дружба. Есть тема, сейчас потихоньку. Время чуть-чуть. Это платформа, надо делать, надо реализовывать. Который удары не бил, не бей в бою только. Эти фантастику не показывают. Фантастические удары не показывают. Который отрабатывал, тебя бей. С комбинацией связки все свое делай. Только не говоришь, что президентам давали такие костюмы, а мне не дали опять. Братан. Нет? Нет? Ты купил его? Нет, он мне подарил, когда на турнир приехал. Слушай, тебе черный, тебе синий или вот такого цвета или серый? Такого цвета. Вот синий, да? Да. Хорошо. Все. Тихонку команду собираю себе тоже Саратов, сейчас тренеру беру уже. Ну ты мне говорил. Да, хочу. Ну, это, ну да, но наши «хочу» разбиваются обо что? Я тоже, да вообще. Братан, я набрал что-то вообще. Шея вообще сильная, да? Ты хоть спотел хоть, не? Да. Че, у нас 30 минут? По таймингу идем или опережаем? Сейчас надо выйти ковить. Какой? Сейчас я узнаю, какая по. Раз, два. Ага. Два боя. Спасибо. Так, два боя до этого. До тебя два боя. Салам алейкум. И хоп дух тоже. Вы шли такой армадой навстречу. Я понял, что мы в маске, меня не заметили. Слава, здорово. В маске? Это, да? Понял, я специально к дагестанцам в этой маске захожу. Ты что вообще, ну, в процессе, не? Подустал? Да. Бывает такая хуйня. 120, 110. Ты что?
Я ложусь потихоньку. Ну, сейчас что-то будет. Плечо нормально, слава богу, установилось. Гармошку потом дал, да. Нормально. Соломин. Артур, ты как? Ты тренируешься вообще? Я нормально. Чемпионом стал. Че, сейчас кто-нибудь забазарит, там 84 тоже вызов бросит, там дальше будем двигаться. Да. А ты ПФЛ, не? Ну, как там тишина? 84 же больного. 84 же больного, кстати. Да? Сейчас вообще с Америки, по-моему, какая-то шляпа, не? Карантин. Виза, миза там, пиздец. Да, да. Сейчас, да, карантин. Они говорят, в этом году, ну, опять там это тяжелое обсуждение. В ПФЛ? Да. Ну, вообще в Америке, да, с карантином. У них же... А фамилия есть? Фамиль Магомедов дерется и Мавсар Боков, вот. 11 там где-то был. Это же микрофон. Можешь сказать что-нибудь, передать привет родным, детям. Салам алейкум. Обещай кофе, мы сейчас выиграем из себя кофе. Может, нормально пообещем. Ты до сих пор президент этой Союза ММА Ульяновской? Да. Ты знаешь, кто первый чемпион из Ульяновской области? Чемпион чего? Союза ММА России. Нет. В 2012 году я выиграл первый раз. За этого? За этого, за Колю Скопцова, что ли? Не-не, я с Забитом дрался на 70 килограмм за Ульяновск. Да? Да. А кто тебя прописал там? Как ты это сделал? Это, короче, у Ульяновской команды на 70 килограмм человека не было. Я приехал, от Чечни человек есть. И я, короче, заявился к ним, можно я за Ульяновск буду? И в финале меня тоже как за Ульяновск представляли. Да? Да. От души, красавец. Ну давай, если решишь, возвращайся. Вы где будете? Я поздно, профессионально, уже 15 минут провел. Вы где сидите, там в партере? Мы там в партере. Смотри, у нас уже сейчас через два боя. Все. А кто там, обычно Вячеслав Рябов или там Казак или Богатырь? Ну, я ничего не уточнил, если ты не писал. Ну, надо было что-то написать. Богатырь. Богатырь? Ну давай посмотрим сейчас, а потом еще что выйдет. Понял. Ты с кем? Ну а что потом там? Александр. Он? Турнир по UFC идет. Мага тоже придет. Не хочешь с ним сыграть? Мы подснимем всю эту историю. Прям вот в PlayStation просто рубиться. Мы где-то здесь заходим или как? Пройдете за сцену потом. Сначала синий выходит под свою музыкальную композицию. Потом вы. Да, он постоит. Опасно! Эй, не спеши! Не лети! Не лети на него! Дергай! Снизу, зачем сверху? Справа! О! Ой! Снизу! Вот! Отработай ногу! О, красавчик! Во, право добавляй! Внимательно будь! Да твой бой, что ты? Ты поработай сам! Что ты одной левой бьешь? Правый снизу добавь, правый лоу добавь! Левая рука, правая нога! Вот это сейчас поделай! Колено! Снизу справа! И сам! Колено! Это же тут свой.
нокаутом. А одержал победу и остается без стоящих поражений Вячеслав Рябов! Пацан дерется ульяновский. Да, да, наш. Да, наш. Да, 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 да. Все хорошо, брат, оттяни. Центр твой. Центр твой. О, хорошо. Центр твой. Хорошо. Три. Вот хорошо. Обрабатывай ноги. Минута. Минута. Не води его голову. Вот хорошо. Перевод! Сделай, сделай! Вот, забрал, забрал! Вот так! Забрал! 30 секунд! Вставай! Вставай! Вяжи! Локо, локо работает! Снизу работает, снизу работает! Что там за... Выходи, выходи отсюда! Встать! Выходи! Встать! Выходи, Ваня! 10 секунд! Встать! Где Катман? Садись! Сейчас все сравнялось, бля. Ты можешь продолжать? Сейчас все сравнялось. Но сечение, сечка глубокая. Сейчас просто надо подраться. Соберись, 5 минут твоей жизни! 5 минут! Сам первым номером! Первым номером! А вот здесь, Ваня! А вот здесь, Ваня! Вниз переведи! Во, в него! 4 минуты, Ваня, все! Ваня, повозись с ним, говори! Повозись, твой раунд должен быть, не шагу назад! Вот, перевод! Не шагу назад, за ним иди! Три минуты! Нужен перевод! Ваня, повозись! Вот, на него иди, бей его! Дави его! Сам бросок! Выходи оттуда, вставай! Не держи его, выходи оттуда! Ваня, не держи его, выходи! Встань! Вставай оттуда! Вставай! Вставай по сетке! Да ёпты, вставай! Выходи, Ваня, выходи оттуда! Не вяжи его! Зачем мы тебе вязать его? Выходи! Вообще молодец. Хорошего парня, дорогие. Молодцы, ребята, от души вам спасибо. Спасибо, мужики. Единогласным решением судей
Победу одержал Олег Косина! Воронеж, Донская дома! И аплодисменты его соперника Ивану Шпенку! Чё, пойдем. Только не поцеловались. Да работаем в офисе. Он нормальный парень. Тот тоже сильный. Кто не доработал? Как ты думал? Ты злой такой. Во! Вот этого не было. Вышел, блядь, обнимается с ним. Ты правильно сказал? А потом еще здесь в любви признавался, блядь. Ну, слава, Ребо. Я не с тобой, я с Соней хотел. Привет, я тебя давно не видел, рад видеть тебя. Как ты? Олег хороший боец. А? Олег хороший боец. Да, заводняк. Да, да, он еще это, блин. Он локтем попал. Не, он в партере. Это раньше было. Почувствовал. Сечка, это был пап. Нос тоже почувствовал, да. А то та же сечка? Разошлась? У тебя еще и под глазом две, бля. Бля, ну что, шить, наверное, надо ехать, да? Да подожди, дай другие. Дай ему сказать. Когда мы с тобой драться будем? Я хочу, чтобы ты опять даже здесь убегаешь от ответа. Мага Исмаилов не хочет драться со мной. Эй, Мага, давай драться, не убегай от ответа. Мага. Эй, чё стоит, чё надо? Что-то пошли. Парень хотел высказаться. Дай, дай, выйди. Подожди. Эй, да я здесь, убегальщик, я здесь. Тебе теперь интересно? Давай, говори. Я уже долго жду. Я долго жду. Да? Ты хочешь драться? Нет, тебе интересно? Опять не ждануть решил? Нет, тебе интересно? Давай, когда бы... Ha 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 ha!